Многие проблемы краевой столицы ему известны, и кандидат уже наметил пути их решения. Комиссия будет принимать заявки от претендентов на пост главы краевого центра до 18 ноября. Сам конкурс состоится 6 декабря. Тогда глава региона Вениамин Кондратьев и представители администрации Краснодара и Курдумы и выберут мэра. Напомню, с прошлого года глав городов и районов назначают. Всенародным голосованием сейчас в России выбирают лишь депутатов различного уровня, губернаторов и президента.